саженцы черной смородины маниста, либо с нидром, привлекательны для садоводов скороплодностью и зимостойкостью. Куст слабораскидистый, в высоту достигает 1,5 метра. Его побеги приподняты вверх даже при обилии ягод. Поэтому при любой погоде плоды чистые и сухие. Ягоды крупные, массой до 1,3 грамм. Круглой формы, насыщенного черного цвета. Вкус кисло-сладкий, присутствует нежный аромат. Сорт среднеранний, отличается высокой урожайностью. Главное преимущество смородины маниста – устойчивость к таким распространенным заболеваниям, как мучнистая роса, почковый клещ, ржавчина и другим. Смородина черная маниста – это многолетнее растение. Смородина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола смородина черная маниста можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. Расцветает смородина черная маниста в месяц мая-июнь. Цветок окрашен в желто-зеленый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме трехлопастный. Смородина черная маниста имеет средний срок созревания. Вкус кисло-сладкий. Обратите внимание, что смородина черная маниста – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.